Всех приветствуем, наших зрителей, клиентов, наблюдателей. Это компания MZAP. Всем известно то, что на корейских моторах серии NA, KD до 16 года не устанавливались масляные форсунки, что приводило к быстрому достаточно относительно России пробегов выводу двигателя из строя. При капитальном ремонте двигателя нашей организации мы обязательно рекомендуем установку масляных форсунок, которые мы проводим на замечательном станке Mitsuseki японского производства, координатно-расточном. Как вы можете наблюдать, для начала установки форсунок мы сначала фрезеруем поверхность масляного канала, потом производим туда врезку путем сверления. Диаметр сверла подобран так, чтобы форсунка туда садилась под натяг. Давление форсунки обеспечивается путем плоского прилегания форсунки к каналу. Сейчас вы можете наблюдать, как Андрей туда сверливается, можно сказать, врезается в масляный канал. Опыт у нас в этом деле достаточно большой. Пределов совершенствования, конечно, нет, но мы очень близки к этому. Форсунка выглядит у нас вот так. Этой частью она, получается, опускается в главную масляную магистраль. Это, соответственно, нос форсунки, откуда бьет масло. Здесь имеется еще отверстие для крепления форсунки к плоскости. Обеспечение давления форсунки у нас достигается за счет плотного прилегания площади форсунки к каналу масляного. Отверстие сверлится строго по глубине. Глубину отверстия мы отмеряем по измерительной линейке, установленной на станке. Ничего у нас не делается на глаз. Все техники, методики уже давно отработаны, просчитаны. Количество таких операций, произведенных на двигателях данных моделей, ну, я думаю, зашкаливает уже за 1000. Все работает, все ходит, все прекрасно служит. Среднее количество произведенных капитальных ремонтов в нашей организации за неделю составляет примерно 15-16 двигателей. Врезка форсунок производится примерно в 7-8 случаях. Процедура врезки форсунок на данном блоке завершена. Заняло это все достаточно немного времени. В человеко-часах сказать вам не могу, но может быть приблизительно около 2. Стоит она достаточно недорого, обеспечивает более долговечную работу двигателю. Важность установления масляных форсунок поняли даже на заводе производителей. С 2017 года все двигатели оснащены масляными форсунками. Подводя итог по данному видео, наша рекомендация, можно в принципе даже на исправный мотор заранее обратиться к нам, установить масляные форсунки, дабы в дальнейшем не прибегать к такой операции с капитальным ремонтом двигателя. На этом мы будем с вами прощаться. Еще раз повторюсь, если кому-то необходима данная процедура, пожалуйста, компания MZAP, всегда будем рады вас видеть. Подписывайтесь на канал MZAP, следите за нашей жизнью, следите за жизнью коллектива, за производимыми работами. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч.